Друзья, привет! Друзья, хочу вам рассказать о страшной новости. Много лет, лет 15, я был зависимым человеком, боролся с зависимостью алкогольной, табачной и других наркотиков. Сейчас же у меня другая зависимость. Это трезвый и здоровый образ жизни. Я не могу без него, вот серьезно. Я не хочу менять свое трезвое состояние ни на какое другое. У меня бывают даже приступы. Приступы ЗОЖа. Вот, например, как сейчас я прибежал, начал тренироваться. Хотя бы, думаю, подхода 4 на турничке сделать и идти дальше, заниматься своими делами. Друзья, что мне делать? Помогите!